такое. Вот есть у нас Америка, тут тоже торчит. Вот такой журный. Дос журный 9-го года. 9-й год модель, 8-й год выпуска, 11-й месяц. 2-литровый ТБИ, автомат, 103 киловатта. И хочет он за него 4850 евро, он хочет за него. За вот такой вот Dodge. Сейчас заглянем к нему вовнутрь. Состояние как бы довольно неплохое вроде бы. Насколько я разбираюсь в горном деле. Так, что тут у него еще есть? Что тут есть? Что тут есть? Так, больше мы минивэна у него не видим. Идем дальше. Так. Примостилась тут Zafira Tourer. Заехала задницей в снег. За 10 200 можно взять Opel Zafira Tourer 2018 года с бензиновым двигателем, оснащенным газовой установкой, объемом 1,4 литра на хороших колесах. Красивый белый цвет. Не знаю, что мне все нравились. Автомобили в белом цвете, они очень классно выглядят, ну, как на мой взгляд, ну, это мое мнение лично. Они не такие марки, как, например, автомобиль в черном цвете. Это тоже большой плюс автомобиля, который выкрашен в белый цвет. Хороший салон у него. Неплохой. Лег. Так, пойдем дальше, посмотрим, что там у него присутствует. Chevrolet Orlando. Такой вот Chevrolet Orlando. Механика. Одиннадцатый год. 2-литровый дизель. 3800 евро. Цена данного автомобиля. 3800 евро. Будет стоить такой же для Орландо. Так, тут, короче, грузовой бус поместился на себя, тоже сниму. 15-й год, кстати, пойдет на растаможку. 8199 евро, пробег 112 тысяч у него. 1,6 дизель, евро 6, уже попадает под растаможку. Витка такая, или Витек, как его называют в простонародье. Такой довольно симпатичный Витек стоит, Mercedes Vito. Так, тут дальше у него минивэнов нету на этой площадке. Так, тут есть цены или нет? Zafira без цены. Сиар без цены.
тут все без цены. Идем короче дальше. Дальше тут ничего не будем. Будем снимать то, что Galaxy. Блин, ну что цену не сделать? Офигеть, просто. Вот Шрам. Шрам из Франции. Что-то там видно, есть какая-то цена. Шаранчик такой неплохой. Сейчас попробуем что-то разглядеть, то все запотевшее. А вот в эту дырочку сейчас посмотрим, что Шаран 14 года. И цена его 14 900. Короче, все тут у него есть. 103 киловатта, 2-литровый дизель. На автомате. Кожаный салон с алькантарой комбинированный. Ну, салон действительно хороший. О, открыли нам даже. Открыли нам салончик. Электропривод сработал с пульта. Очень хорошее состояние автомобиля мы видим. Просто. Ну и цена хорошая, пятнашка. Для такого автомобиля очень хорошо. Да, шикарный вариант. Очень. Так, пойдем дальше. Вон стоит Зафира. Сейчас Зафиру снимем. Стоит Зафира Турер у нас. Значит, пойдем дальше. Мазда из Голландии. Мазда пятерочка 6-го года. 1.8 бензин из Голландии за 2550 евро. Но эти автомобили знают. Ну, они очень как бы боятся, они все в основном в коррозии, нужно очень хорошо проверять их. Ну, я как бы, не знаю, мне не очень нравится их лакокрасочное покрытие, они вообще не очень стойкие к коррозии. Они если выгнивают, так гниют так, что аж окна выпадают. В общем, вот такой вот автомобиль, это, знаете, ну, на вкус и цвет приятен или нет, но я бы не покупал вот такой. Что еще тут? Зафира. Зафира из Франции. На вид неплохая, но не видим ни омывателей фар, ни электроников. Но это космос, правда. Панорама тут присутствует. Зафира Космо 1.6. 1.9 дизель, 110 киловатт, 2006 года, 12 месяц. Цена. Блин. Цена. Не могу разглядеть, потому что... Цена 2950 евро. За 2950 евро можно взять вот такую вот Зафиру. С таким горбом на крыше. Такая вот у них панорама.
Ну а так салончик. Салончик красивый. Правда, уже подлокотник чуть продавленный. Но руль в неплохом состоянии. Ну да, такая красивая внутри защитка. Что еще? Вон белый какой-то стоит кадик. Если доберемся к нему. Так, и походу тут шаран стоит. На литовской регистрации. Продается, не продается. Сейчас посмотрим. Продается. Продается он. Продается он за 2399 евро. 1,9 дизель, 85 кВт, 2005 года. Вот такой вот шаран. Кадику я не доберусь, к сожалению. Вон мы видим, стоит Тауран. А, я его смотрел. Он тут стоит уже, кстати, с октября месяца. Вот Тауран. Там у него есть дефекты на дверях. Короче, 2450 евро за него хотят, 1.6 бензин, 2007 год. А вот здесь у него коррозия, короче, заклеенная наклейкой. Ну так, в принципе, основного такого критического ничего нету. Что тут есть еще вокруг нас? Ну, пойдем посмотрим. Вон еще стоит шаранчик, стоячок. Такой, отсюда видим, что он уже бедняга подустал. Вот бус, короче, грузовой. Так, 18-й год. Транзит Супер Макси. Двухлитровый дизель. 12 300 евро. Вот такой транзит. Цельнометаллический кузов. Макси база. Кого интересует, можем узнать по растаможке, прикинуть, сколько будет такой. Спрашивайте. Телефон мой будет в описании. Вон стоит старичок такой уставший. Шаранчик. Уже бывалый. Но ничего, никаких обозначений нету. Походу это... А, это какой-то продавец с ним ездит. Так, Тауран. Тауран, как мы будем перепрыгнуть туда. Двухлитровый стоит Тауран. Блин, перелажу. Такой цвет у него хороший. Хороший. Какая-то присутствует примятость. На двери небольшая. Вот здесь, может быть, видно. Вот здесь какая-то примятость. Непонятно, откуда она тут взялась. Какая-то она стрёмная, эта примятость. В Германии. На автомате автомобиль. Что тут у нас еще есть? Вон еще один Тауран. Вот мы видим Тауран. Но, к сожалению, наверное, не увидим его данных. А, в принципе, посмотреть можно. 7-й год, 1,4 бензин, цена 3,350. 3,350 такой Тауран с мотором 1,4. Опять-таки хочу сказать, что мне этот мотор доверия никакого не внушает.
потому что тут должен минимум 1.6 быть, а то 1.4 это такое, еще 1.2 поставишь. И сейчас попробуем снять еще вам парочку вариантов и будем заканчивать. 2008 год, 1.6, непонятно, бензин, дизель, 1.6, 3150 евро. Сколько это, 150? Peugeot Partner такой. Сейчас посмотрим. 3150. Прошу прощения. Уже цены, что в голове путаются. Вот напротив стоит Peugeot 5008, прошу прощения. 11 года, 1.6 бензин, цена 4250 евро. Такой пыж. Сейчас я его попробую. Такой вот Peugeot из Голландии, на голландских транзитах. Кстати, такие транзиты металлические, фирмовые. Так обычно у них транзиты можно на картонке написать в гараже на коленке. У них это все законно. А тут даже постарались, сделали транзиты именно на металле. Передние куда-то они спрятали, задние прикручены. Да, в каком-то хорошем автокаусе был куплен. Там даже заморочились, сделали металлические транзиты по стандарту. Хотя вот это было, вот еще там стоит Пикассо. Хотя я когда-то покупал в Голландии на одной площадке машины, так там на пластике делали, наклеечки клеили. У одного я частника покупал, такой у меня в гараже, просто на куске картона маркером писал транзиты, которые ему пришли чуть по интернету, когда он снял с учета ее. Так, автомобиль из Франции. Такой минивенчик. Опять-таки на автомате. C4 Пикассо, 12 год, 1.6 дизель. 1.6 дизель. Цена 3950 евро. На автоматы у них эти роботы. Тоже как-то я скептически к ним отношусь. И чтобы их особо хвалили, так при моей памяти такого не было. Смотр автомобиля. Вот такой Таулан на летней резине. Вот такой. Закрыт 350, 2008 год. Двухлитровый дизель. Выглядит неплохо. Видно, ехал своим просто несся сюда из Германии, наверное, скорее всего. Так, и тут у нас есть еще Сценик. Двухлитровый бензин, 2004 год, за 1450 евро. Рынок цены. Ну такой салончик, текстиль с кожей комбинированный, не видно, блин, она вся солью покрыта. Хороший автомобиль, так скажу вам, на парктрониках. Сейчас перейдем с ним. Вот такой Митсубиси. Тоже отдаю предпочтение. Довелось мне покататься на таком автомобиле.
он остался. Проехал я на нем около 10 тысяч километров. Масса впечатлений. Там цена 2250 евро за 2006 год. Двухлитровый дизель. 7 мест. Велюровый салон. Хорошее состояние. Салон мы видим. Не знаю, это подсвечивает все, но попытаюсь вам его показать. Ну, неплохое. Замечаний у меня нет по салону. Так. Здесь цена указана. 5980 евро за Ford S-Max Facelift. 12-й год. Двухлитровый дизель. 5000, еще раз сколько? 5980 евро. Но понятно, что это цена на старте этого автомобиля. Торг здесь, конечно, присутствует. Может быть 200, может быть 100, может быть 300 скинет. А может быть такой попадется жлоб, который 50 с боем скинет. В общем, такой вот автомобиль, честно говоря, мне нравится. Данные автомобили, если бы у меня была нужда купить минивэн, я бы, наверное, остановился все-таки на Форде. Так он выглядит. Снаружи тоже красивый. Что-то на нем написано. Ford Grand C-Max, 14-й год, цена 5400 евро, 1.6 дизель. Ну, чистить я его не буду, конечно. Вот так он выглядит весь. Вот так вот, видите? Вот такой вот он, снеговик. Так, пойдем дальше. Что тут? Вот Zafira. Смотрим. Opel Zafira. Старушечка Zafira, но так с виду вроде такая бодренькая. Окна там запотевшие, но попробуем посмотреть. Так, 2004 год. Цена, блин, не вижу. А ну-ка сейчас. Блин, не видно ни хрена. Ну попробуем. Цена 990 евро. Вот такая от Zafira за 990 евро. Вот. Вот, смотрим. 990 евро. Такая Zafira стоит. Так, вот напротив Zafira. Уже в следующем кузове. Такая красивая. Я вам хочу сказать. Неплохо выглядит. Хорошие пороги целые. Вот такая вот Zafira. Вот. 7 мест. 2013 год. Бензин. Только объем не указанный, пробег сравнительно небольшой, 96 тысяч, 5450 евро. Такой вот Zafira. Так-то. Симпатичный Citro, весь в снегу. C4 Picasso, 1.6 дизель, пробег 167 тысяч, цена 7550 евро за 17-й год. Ну такой он мне нравится. Вот дизайн Citro в последнее время он просто очень-очень интересный, заманчивый. Выглядит он неплохо. 17-й год.
такой вот он, красавец. Фордик. Сейчас проберемся к нему. Тут продавцы забили болт и не чистят ничего. Все по барабану. 15-й год, Ford Galaxy, 2-литровый дизель, пробег 168 тысяч. Навигация 7 мест, 11 300 евро. Так, вот Touran. Тут возле него почищено, все хорошо. 12-й год, 1.6 дизель. 16, сервисная книжка, 6500 евро стоит. Такой вот Touran, к вашему вниманию. Продавец вокруг почистил, а саму машину не почистил. Ну, спасибо, хоть вокруг почистил. Такой вот Touranчик. Так, вот стоит Шаран. Тоже популярный среди украинских автолюбителей автомобиль. А также среди таксистов. Вот такой вот Шаран. Ну, неплохо выглядит. 10-й год. 10-й год. 258 пробег, 2-литровый дизель, 450 евро. Ну, откровенно говоря, дороговато. 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 Ну, в принципе, 10-й год, как бы. Ну, если торговаться с ним, и он скинет 500 евро, то тогда, в принципе, нормально. Зафира Туре. Ну блин, ну вот если бы я был продавцом, я бы приходил бы и чистил бы это все. Но это ж не трудно, блин. А так, блин, если она стоит у нас в снегу, то к ней даже подходить не хочется. 12-й год, 1.4 бензин, 7 мест, 6800 евро. Так, вот Touran. Touran. Touran за 3450 евро 2008 года с пробегом 238 тысяч, 1.9 дизель из Бельгии. Ну так. Живой, в принципе, на первый взгляд живой. На хороших колесах. Фирменные диски. Такой вот Touran. Так, там, смотрю, стоит Citroen Picasso. Сейчас мы пойдем посмотрим его. Я его узнал из-под снега по очертаниям его. Там нету никаких минивэнов. Вот там на Казахстан отправляют машины. Кому может интересно, жители тех регионов, Казахстан, Таджикистан, оттуда вот грузятся вагоны из Каунаса и отправляются. 12 дней, я уже узнавал. 12 дней они идут, эти автомобили, до Астаны. Вот иска у нас до Астаны, 12 дней они идут. Может, кому, если еще интересно будет, пишите, звоните. Телефон я оставлю в описании. Вот такой вот C4 здесь находится. Весь покрытый снегом. Абсолютно весь. Сейчас попробуем к нему. Ага. Так вот, расчистим
Посмотрите, какой слой снега. Так, брендует. Короче, 7200 евро за 15-й год с пробегом 155 тысяч, 1,6 дизель, механика. Такой вот Ситро. Так, что дальше? Вон стоит парочка. Блин, у меня уже в носках снег. Так, вон стоит. Интересный вариант, красивый. Вот такой вот нарядный у нас стоит француз. Жирный такой француз. Сейчас очищу, посмотрю. Renault Space, 15-й год, 12-й месяц, почти 16-й. С пробегом 169 тысяч. Блин, ну почему цену нету, не указать? Неужели, блин, вот так вот нравится? Да, красивый он внутри, конечно. Это автомобиль космический Space. Почему не указать цену? Неужели, блин, ты сидишь дома, отдыхаешь, и тебе приятно, блин, когда тебе телефон разрывается, и все, здрасте, сколько стоит. Укажи цену, и все, если заинтересует конкретно человека, он перезвонит тебе и скажет, что хочу построить ваш автомобиль, заинтересовал. А так просто попусту, чтобы, блин, звонили, задрачивали, блин, своими вопросами, блин, сколько стоит, я бы, наверное, с ума сошел бы. Так, смотрим, вон там Тауран есть. Но мы к нему чуть попозже подойдем. А вот пока у нас Кади стоит. Ну, Кади — это грузовой. Это грузовой, это не пассажир, это грузовой. Я к нему не доберусь. Блин, может быть, отсюда что-то будет видно. Не видно, но там реально просто снега по пояс. У меня сейчас будут ноги мокрые, не хочу. Вот. Вон еще один стоит. Ситро. Вот он, Ситро этот. Такой вот. Ну, если честно, да, откровенно говоря, дизайн у них, ну, неплохой. В последних моделях вообще именно мне нравится очень. Так, за 17-й год с мотором 1,6 с пробегом, дизельным мотором с пробегом 167 тысяч километров, просят 7550 евро. Вот такой. Да, он как и снаружи, так и внутри по дизайну, ну, молодцы французы в этом плане. Так, здесь напротив у нас Куга. Ну, это кроссовер. Так, что тут дальше? Пошли дальше. Volkswagen Touran. На автомате. Салон у нас текстильный. Состояние салона, ну, камера, может, так не передаст, но все идеально. Руль у нас, мы видим, тоже не замученный, не зачуханный, как новый руль. Кнопки не затерты, нигде ничего не затерто. Но мне нравится очень состояние. Сейчас посмотрим его данные.
Так, Volkswagen Touran, 2011 год, двухлитровый дизель, автомат, 6700, сервисная книжка, 6700. Я вам хочу сказать, что это хорошая цена. Ну, если он там по живой и в остальных местах, то цена как бы неплохая для этого автомобиля. Вот такой вот он. Ну, в снегу весь, правда. Так, идем дальше. Так, Mercedes Vito. Я к нему, правда, не подберусь, ребят. Так, Citroёn тоже Picasso C4. Вот такой вот он. Хозяин его добросовестно расчистил, убрал с него все сосульки, убрал снег. Ну, видите, продавец какой тут вокруг все почистил. Можно свободно обойти вокруг машины, посмотреть. Все он тут почищал. С крыши даже посметал. Какой молодец, видите. Следит вот за своим товаром. Хочет его продать. И относится к этому со всей душой. Не то, что некоторые. Например, вот хозяин этого Vito, что к нему хрен подойдешь. Так. Молодец хозяин. Так, у него тут 1, 2, 7 мест я вижу. Шторка есть. То есть машина вся комплектная. Никто не украл. Блин, видно, не видно, но все есть у него, все присутствует тут. Красивый салончик. Ухоженный. Хорошая сидушечка. Не затертая. Сейчас посмотрим. 2008 год, модель, ну, выпуск 11 месяц 7 года, 1.6 дизель, 80 киловатт, 7 сидячих мест, климат-контроль, из Германии. 2350 евро, ребята, нормальная цена, если он хороший весь, и внутри, и по ходовой части, и двигатель, и коробка. Цена, в принципе, неплохая для такого автомобиля. Так. Вот, смотрите, видите, продавцы вот тоже хотят очень сильно хотят продать свои автомобили. Просто, просто именно вот приходите и покупайте, смотрите. Здесь вот тоже продавцы порасчищали вокруг, почистили сами машинки. А некоторым пофиг. Некоторые вот так вот в таком состоянии их держит. Так, ну пойдем дальше. Что мы тут увидим? Peugeot 11 год, 1.6 дизель, 3700 евро. Лаба Лена, Peugeot партнер. Тоже хорошее состояние. Тоже продавец чистит вокруг. Саму машинку почистил. Ну и сама машинка хорошая. X-Line. Комплектация. Вот. Вот так выглядит. Хороший автомобиль. Так, идем дальше. Стоит Mercedes. Mercedes R320. 2008 года, 3-литровый автомат, 6600 евро. Вот такой замечательный автомобиль. Вот смотрите, приятно ходить вокруг него.
потому что все вот аккуратненько почищено. Вот такой вот Мерс, вообще шикарный Мерседес. Белого нарядного цвета, просто с панорамой со всей. Просто шикарный автомобиль на 19 колесах. За ним стоит Тауран. Тоже симпатично выглядит. Вокруг него все расчищено аккуратненько. Такой вот Тауран имеется. 2006 год, двухлитровый дизель-автомат, цена 2850 евро. Хорошая цена для 6-го года. Вот здесь мы какие-то видим меленькие закосы, но ничего критического нету. Блин, заговорились, холодно. Так, на автомате ДСГ имеется фаркоп. Какие-то парковочные у него места. Непонятно откуда он. Но походу из Бельгии, мне кажется. Да, это откуда он? Немец? Немец или... А, да. Немецкий техосмотр, видишь, есть. Ага. Он действительно есть. Я понял, то есть можно будет... Да, можно будет не проходить в Литве. Да, Deutsch, я смотрю, да, Deutsch. Из Германии. Ага. Хороший, хорошо выглядит. И цена хорошая для такого года. Да, хороший действительно автомобиль. Пойдем дальше. Вот тоже продавец очень хочет продать. Очень просто хочет продать, чтобы Мазерати, чтоб смотрели, к нему приходили. В снег. Так, уступим машине место. Вот такая Мазерати, она сейчас летом, с лета стоит. Пининфорино. Диски крутые у нее. Так, что тут у нас еще есть семейного? Так, ну тут семейного уже нету. Уже не вижу семейного ничего. Никаких минивэнов я не вижу. А, вон еще стоит Тауран. Пробежимся к нему, посмотрим, что за Тауран. Тауранчик. Одиннадцатый год, 12-й месяц, 1.4 бензин, 103 киловатта на автомате, цена 6250 евро. Такой-то уран за 6250 евро.